обычная универсальная бензопила Патриот 5-38-16. В комплекте с устройством идет шина с чехлом, цепь, универсальный ключ, упор в дерево, напильник, отвертка, канистра для приготовления топливной смеси с воронкой и вся необходимая документация. Весит бензопила чуть меньше 6 кг. Итак, перед нами бензопила от компании Патриот. На ручке располагается клавиша газа, рядом с ней находится клавиша блокировки и праймер, осуществляющий подкачку топливной смеси при запуске пилы. На корпусе расположились крышки маслобака, смазки цепи и топливного бака. Еще здесь есть ручка стартера. Легкий доступ к воздушному фильтру и свече зажигания позволяют самостоятельно проводить техническое обслуживание. А натяжение цепи регулируется с помощью бокового натяжителя. Стоит отметить, что у бензопилы есть тормоз цепи, благодаря чему повышается безопасность владельца во время работы. Он включается во время возникновения сильная отдача. Еще пила оснащена уловителем цепи и щитком для защиты рук. За высокую эффективность работы отвечает двухтактный бензиновый двигатель с мощностью 1,47 кВт. Он оснащен системой запуска Easy Start, благодаря чему бензопила легко заводится. Патриот 5-38-16 подойдет для подрезки сухих веток деревьев и кустарников, а также для распиловки дров малого и среднего диаметра. Это мощная и надежная бензопила с тормозом цепи для безопасности владельца.